Сотрудники полиции задержали юношу, подозреваемого в убийстве пожилой соседки в Тоснинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. Задержан подозреваемый в убийстве пожилой соседки в Тоснинском районе, сказано в сообщении. По данным пресс-службы, в октябре в поселке Красный Бор было обнаружено тело 86-летней женщины. 7 декабря сотрудники уголовного розыска задержали ее 18-летнего соседа. По версии оперативников, 19 октября он зашел в дом своей соседки занять денег. В ходе возникшего конфликта молодой человек кочергой нанес несколько ударов пенсионерке, после чего забрал 300 рублей и покинул место преступления, сказано в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».